первые там годы играл очень сильно внутри, это именно выйти и доказать Спартаку очень сильно. Это была очень принципиальная игра для меня. Новый выпуск «Дневника фаната». Сегодня мы посетим матч дубля. Точнее, мы уже на нем. «Спартак» обыгрывает «Марибор» 5-0. Спасибо большое. Привет, «Дневник фаната». По просьбе Сереги мы снимаем видео с поездки в Севилье. Надеюсь, выпуск вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А новостей на сегодня больше нет. Что, друзья, всем привет. Новый выпуск «Дневника фаната». Сегодня мы посетим матч дубля. Точнее, мы уже на нем. «Спартак» обыгрывает «Марибор» 5-0. Сделаем для вас очередной розыгрыш. Надеемся, что этот выпуск получится хорошим. Вы соскучились, мы давно ничего не делали, мы тоже соскучились. 5-0 молодежка «Спартака» громит «Марибор». И сразу после этого мы направляемся на открытие арены, на стадион «Спартак», где сегодня наши старшие поколения просто обязаны вырвать победу в матче против «Марибора». Ну что, погнали! Победы. Друзья, кто не знает, Александр Максименко, наш вратарь «Спартака 2» с победой. Слушай, пару вопросов. Матч «Севилья», как всегда вообще? Наш? Ну, конечно. Ну, ваш, да. Да. Наши-то не попали, нас там практически все. Хороший матч был. Эмоционально. Вырвали мячи на последних секундах. Вот как раз-таки, да, по последним секундам, после того, когда вы забили третий гол. Это что было? Мы сейчас покажем вставочку. Это арбитр. Время будет, но тем не менее, подача забивает! Прошу тебя, 3-3! Обращаюсь к режиссеру сегодняшней трансляции. Сразу несколько футболистов «Спартака» на газоне. Бог ты мой, у всех сводят ноги. Я впервые такое вижу. Атов. Без сил падают на газон. Шам. Руденко пытается объяснить, что играл все-таки в мяч. Это было очень круто вообще. Это импровизация была. Кто-то один лег, может быть, даже правда свело ноги, и кто-то как-то подхватили. В общем, симуляция, да, на самом деле, вас просто нагнетало, наверное, по ходу. Да. Слушай, ну молодцы, это было реально очень круто, то есть, в плане этого атмосферы, которую вы же создали, да, вместе с болельщиками. Привет, «Дневник фаната». По просьбе Сереги мы снимаем какое-то количество видео из поездки в Севилье. Вот. Будем смотреть на обстановку, которая происходит вообще в Севилье. Ситуация в чем? Едем в Севилью, нет ни билетов, ничего не знаем вообще по поводу будущего. Команда следите все-таки за нашими выпусками, и скоро вы узнаете, попали ли мы. Встретили уже несколько человек. Люди говорят, что уже более 3 дней в Испании. Многие, кто отдыхает, ни у кого нет билетов, естественно, но все супер-супер оптимистично настроены на то, чтобы попасть. Ну что, мы добрались до стадика. Атмосфера, конечно, здесь чувствуется. Смеху провоцирует. Вот такие дела. Русские вперед. Победила всех мы сами. Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Слушай, пару, может быть, слов болельщикам. Спокойно можешь передать, все смотрят, все за вас так же переживают, как и за основу. Хочу сказать,
слова благодарности, то, что приходите на нас, болеете на все команды. Первая, Спартак, два, Дубль. Очень приятно. Играть намного приятнее с болельщиками, чем без. Спасибо вам большое. Смотрите, как искренне. Самое главное, что искренне. Макс, ну, Макс, Максик, да, его так по-простому называют. 98-го года рождения. Уже такая преданность клуба. Это очень круто. Еще раз тебе спасибо. Поздравляю. Для вас, ребят, сюрприз. Все, кто смотрит «Дневник фаната», твоя футболка, но не Лига чемпионовская, это футболка чемпионата, да, России, да, так да, можно сказать. Давай оставляй тогда автограф, и мы его разыграем, как обычно. Давай, Денис, чтобы на номере было видно. Да, на номере. Правила все как прежние. Подписаться на Инстаграм, Максика, оставить ему какой-нибудь приятный комментарий, и, соответственно, путем рандомного, как всегда, голосования мы разыграем футболку, и футболка уйдет победителю. Едешь сейчас на основу? Да, наверное, поеду. Какой твой прогноз? Такой. Ну, я надеюсь, как мы сыграли. 5-0, да. Уверенно. Да. Ну, ну все, тогда ждем победы от основы. Вам еще раз, парни, респект. Тогда. Спасибо. Увидимся в стадионе. Давай, дальше. Саш, ну как вообще началась твоя карьера? Почему именно футбол, а там, допустим, не хоккей, и плавание, или, может быть, какие-то единоборства? Началась она в первом классе. Я жил в Бирюлево, то есть была школа такая «Красногвардеец», был набор туда, пришел тренер, сказал, что хочет попробовать, как бы я пришел, начал, понравился, и как-то все это закрутилось. А у тебя есть ли какое-то место, где все вот это хранится, все твои награды, там, памятные реликвии? Когда вот переехал за город жить, то есть у меня появилась такая комната, где висят там все медали, там, все какие-то вот заслуги. Это есть специальная комната у меня, да. Самое ценное, конечно же, то, что сейчас чемпионство долгожданное, она у меня висит. Золотая медаль, потому что я не был ни разу чемпионом. И, наверное, это стоит признать самый ценный медаль, да. Майка тоже, да, осталась, сколько он делал, это золотом выписано. Майка, конечно, остался, да. Предлагали кто-нибудь, может, милиционер? Нет, там без вариантов. Ну, предложения-то наверняка были или нет? Нет, ну, я думаю, предложений не было, но там без я не отдам, конечно, вообще. В первом году я уже начал тренироваться так потихонечку с этим составом. То есть ты сыграл хорошо, тебе могли сказать после игры, то, что ты едешь в Тарасовку, завтра будешь в заявке. Вот и все. 18 апреля. 2004 год. А, три гола забил? Нет? Да. Да? Да. Не знаю почему, но так вот получилось. Но действительно, как бы, Невис Калл сыграл вообще огромную роль, потому что он меня поставил. Никогда не забуду 2003 год. Мы в феврале, по-моему, в 1-16 играли с Мальоркой. И нас жестко вообще обыграли в Черкизово 3-0. И то тогда нам 2 забил, по-моему. И, честно говоря, я думал, что я сыграл свою последнюю игру. По-моему, это февраль был, да. 1-16 с Мальоркой, да. Да нет, потом приехали на ответную игру. Он меня поставил вообще, как бы. Я забил гол. Мы вылетели из Кубка УЕФА, но я забил гол, мы выиграли 1-0 Мальорки. И потом как бы вот начался как раз этот чемпионат, где я стал забивать. Он в меня верил. То есть у меня пошло. Все всегда хотели, мечтали играть в «Спартаке». Кто-то этого добился. Но все сложилось по-разному. И все время все хотели доказать. А когда ты уходил, мог вообще представить, да, что там вернешься спустя 12 лет? Или уже тогда, может, для себя закрыл вот этот вопрос с возвращением? Тогда, именно когда уходил, не мог. А на протяжении всей своей карьеры, опять же, были разные ситуации, что я не мог себе представить, что я вернусь в 32 года. Вот это я точно скажу. Друзья, всем еще раз привет. Мы уже на стадионе. Через буквально полчаса «Спартак» начнет свою игру против «Марибора». Надеюсь, вам понравится этот розыгрыш, который мы для вас устроим. Футболка «Максименко». Сегодня ставим уверенную победу «Спартака». Я предположу, что счет будет 2-0 по одному голу в обоих таймах на классе, на «Спартаке». Мы будем смотреть, что будет дальше. Сегодня мы для вас традиционно сделаем нарезку с матчами чемпионов, нашей поддержки, которая сегодня будет. Спасибо, что нас смотрите. Надеемся, что вам понравится. И до встречи на всех. Спартак построил! Спартак построил!
Нужно ли бороться с активными болельщиками, пытаться их как-то усмирить? Это часть футбола. И без этого никуда. Это, я не знаю, там есть какие-то, если реально какие-то варианты там хулиганства, наверное, то это имеется в виду. А именно фанаты должны быть. Если фанатов не будет, то это все превратится, наверное, в большой театр какой-то. Пиротехника на трибунах, да, так ли она мешает футболистам? Она вообще не мешает, на мой взгляд. Это красиво, и это вообще наоборот придает футболу. Футболисты, там, которые, я не знаю, там отмахиваются от дыма, но это может быть действительно там какая-то там секунда вот это. А это красиво, это всем нравится. В первую очередь хотелось бы сказать огромное спасибо за ту поддержку, что вы оказывали в предыдущих матчах. В будущем мы, как футболисты, постараемся оправдать ваши ожидания, порадовать вас результатами. В общем, совместно еще у нас впереди будет много-много побед. Всем желаю удачи, всем спасибо. Ну что, друзья, на классе сыграли в ничью с великим Марибором. У меня ставка... Нет, потому что ты прав, у меня была ставка 2-0 по голу в тайме. Победа Спартака. Солидный старт. Ну, шансы-то остаются, что самое главное. Сейчас, короче, Паша постарается объяснить. Майка нашего вратаря Саша Максименко ждет наших подписчиков. Как, что у нас там будет? Нужно подписаться на Инстаграм, оставить комментарий, и мы разыграем. Мы разыграем эту футболку. Нужно подписаться, комментарий, оставить Инстаграм. Короче, друзья, подписаться на наш Инстаграм. Оставить комментарий к посту, который... И, возможно, эта майка будет ваша. Ну и, как всегда, мы разыграем честным образом через рандом. А если вы будете такие же настырные, такие же постоянные, как один из наших юзеров, Барбосочник, то вам должен остаться приз. Даже если вы не выиграете эту майку, возможно, за вашу преданность проекта вам тоже что-нибудь достанется. В общем, в этом выпуске мы постарались вам показать кадры из Севильи, которые снял наш друг Никитос. Интервью с Амедовым, наконец-то. Сегодняшняя игра «Спартака-2» и не очень хорошая игра нашей основной команды. Надеюсь, выпуск вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А новостей на сегодня больше нет.